4 развязки построят на 5-м участке центральной кольцевой автодороги. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас подробности. Пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы сообщает, что на 5-м участке ЦКАД в Подмосковье будут построены 4 развязки. Как сообщается, работы пройдут на участках Наро-Фоминского, Одинцовского, Солнечногорского и Истринского районов Московской области. Согласно проекту, планируется строительство обходной дороги от поселков Захаровска и Большие Веземы с реконструкцией Ямской улицы. Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Пока это все. Еще больше новостей из жизни столицы и не только вы можете найти на сайте mymsk.online. Всего доброго!